Подозрительный пакет обнаружили в здании банка в Берлине. Полиция не исключает, что это может быть взрывчатка. В целях безопасности силовики перекрыли близлежащие улицы. По предварительной информации, пакет в банк привез курьер одной из местных служб доставки. Внутри был странный черный порошок и предмет, похожий на запал. Пока неизвестно, кто отправитель и с какой именно целью посылку доставили в банк.